Всем привет! Сегодня хочу предложить вам на обсуждение такого колоритного персонажа, как Елена Санжаровская. Как всегда, уточняю, что видео несет развлекательный характер, нет у него цели кого-либо оскорбить, и всю информацию я беру из открытых источников. Итак, Елена Санжаровская на YouTube, она не так известна, у нее есть канал, там где-то 22 тысячи подписчиков, ссылочку я вам оставлю под видео, и главное, первая ссылочка будет на ее трейлер к ее инстаграму, к ее каналу, вот посмотрите, там просто вы сделаете сразу все выводы. В инстаграм у Елены Санжаровской почти 2 миллиона подписчиков. И да, я хочу предложить вам этого колоритного персонажа для обсуждения для зимних и осенних долгих вечеров, потому что я сама достаточно избалованный ютубом и инстаграмом зритель, избалованный трешачком, то есть чем-то меня удивить, в принципе, уже все сняли, все пересняли, и как бы уже такие сценарии нам разыгрывали блогеры, но Елена Санжаровская уникальна в своем виде. Давайте сразу краткую буквально справочку, если кто-то не знает о том, кто же такая Елена Санжаровская. Ну, во-первых, представление о ней можно получить из программы «Малахова», называется она, заказала его убийство, ссылочку я тоже оставлю под видео. Название имеет прямое отношение к жизни событиям самой Елены, но об этом позже. Начнем с того, что Елена чрезвычайно популярна в Инстаграм, это крупный блогер, у которого почти 2 миллиона подписчиков, и, конечно, берет она эпатажем. Ей 57 лет, она в хорошей физической форме, написала несколько книг, активно продает свои фитнес-тренировки, фитнес-туры, есть у нее также сеть питания здорово, да, где можно купить франшизу «Худей с Еленой Санжаровской» или что-то в этом роде. Это очень и очень такой персонаж, который любит эпатировать. Практически ни один ее прямой эфир, да, самое такое сочное о Елене Санжаровской, это, конечно, в Инстаграм все-таки. Так вот, ни один ее прямой эфир, ни одна ее, наверное, сторка не обходится без показа голой груди либо попы. Я вообще перед тем, как снимать это видео, очень долго думала, как же мне так культурненько обойти острые углы, чтобы не ставить на видео значок 18+, либо не запикивать его. Потому что все, что связано с Еленой Санжаровской, это сильная такая провокация, причем сексуальная провокация, жесткая. Елена Санжаровская, по ее собственной информации, 4 раза была замужем. В 4-й раз она была замужем 20 лет. Какое-то время она работала аниматором в Турции. Сейчас она это называет фитнес-инструктор. Поэтому она и говорит частенько, что она фитнес-гуру там, с 30-летним стажем. Далее у нее было, опять же, по ее словам, сеть фитнес-клубов в Москве. 2 детей у нее, и вроде бы все было неплохо, но потом что-то пошло не так. У нее в жизни случилось достаточно трагическое событие. Погибает ее сын, он ломает, насколько я помню, ногу при падении. Ему вводят в больнице анестезию, и у него возникает анафилактический шок. Он впадает в кому, из которой он, собственно, не просыпается. Очень грустное событие, после которого Елена Санжаровская на год запирается дома, не выходит, не общается с людьми, и после вот этого года, после вот этого психологического такого потрясения, начинаются вот эти вот ее изменения, когда она пришивает себе грудь, ушивает вагину, увеличивает точку G, все это естественно в прямом эфире. Естественно, все эти кадры можно посмотреть в интернете, и плюс ко всему она еще и заказывает, как сказать, уход из этого мира своего мужа за деньги, не безвозмездно. То есть муж попытался отжать у нее то ли квартиру, то ли какие-то другие у них были финансовые разногласия. Перед этим он ее очень долго, опять же, у нее куча постов на эту тему, очень долго водил по свинг-клубам различным. Далее он ее обвинял в инцесте с собственным сыном, который уже погиб. И, видимо, Елена как бы с потрясением с этим всем одно на другое наложилось, и она просит человека за определенное вознаграждение позаботиться о том, чтобы ее муж покинул этот бренный мир. Естественно, не добровольно, естественно, навсегда. Об этом становится известно полиции. Прямо вот сейчас рассказываю, как сюжет голливудского фильма. Ну вот, имеем то, что имеем.
И об этом становится известно полиции, мужа гримируют, снимают, как это обычно бывает, подстава. И об этом вот как раз-таки в той же передаче Малахова, про которую я уже упоминала, она заказала его убийство. Но Елена каким-то чудом избегает наказания, и вместо этого она оказывается в Склифосовского. Дальше она проговорилась. Я как-то смотрела где-то год назад ее прямой эфир. Я периодически ее смотрю, периодически не смотрю, потому что, ну, достаточно тяжелый для восприятия такое количество мата, оскорблений. Я вообще, когда первая попала раз на ее эфир, я офигела, честно скажу. Потому что я не могла понять, как, откуда 2 миллиона подписчиков, когда она всех оскорбила, всех послала всеми последними словами. Но это, знаете, наверное, какой-то особый вид мазохизма 2 миллионов людей, которые ее смотрят. Я сама из той же категории. Периодически возвращаюсь к ее сторис, к ее эфирам, ну, потому что такого трешачка больше нигде нет. Так вот, возвращаемся к нашим баранам. Где-то год назад она проговорилась, когда они были в круизе с ее дочерью Яной, и возникла у Лены мысль, что Яна ее не любит, и были у нее претензии к дочери, и потом она нам сообщает в прямом эфире, что вот, да, Яна мне напомнила, как она, то есть дочь Елены Санжаровской, вместе с ее сестрой собирали деньги на взятку, чтобы ее в Склифе признали невменяемой, то есть чтобы ей не дали реальный тюремный срок за попытку убийства своего мужа. Насколько я знаю, по убийствам вроде нет срока давности, но это была попытка покушения. И говорить такие вещи в эфире, возможно, прошли сроки давности. Но в любом случае она подставляет врачей, которым они денежек дали за то, чтобы ее признали невменяемой. В общем, какое-то время Елена потусовалась в Склифе, окончательно вдохновилась, и на выходе мы имеем то, что мы имеем. Успешного блогера с 2 миллионами подписчиков, которому всегда есть что сказать, а главное, всегда есть что показать. Поэтому да, если у вас будет свободная минутка, допустим, между глажкой и уборкой, либо еще чем-то, я смотрю, что у меня основная аудитория это женская аудитория, вот просто поставьте, послушайте какой-нибудь ее прямой эфир, если вы действительно хотите трешачка, вы просто не пожалеете. Последнее ее рассуждение где-то неделю назад о том, что нужно иметь в любовниках исключительно молодых мальчиков лет 25. Я напоминаю, что Елене Санжаровской 57 лет. Тоже как бы, ну тут можно много видео снимать. Это видео я не хочу затягивать. Я хотела рассказать такую предысторию, закинуть удочку, так сказать. Если вам интересны мои обзоры на Елену Санжаровскую, на такого колоритнейшего персонажа, то, конечно, пишите об этом в комментариях, буду дальше снимать. Всем спасибо за внимание, жду ваших комментариев. Интересна ли вам Елена Санжаровская, а точнее мои обзоры на этого блогера. Потому что обсуждать-то можно просто бесконечно. Она постоянно подбрасывает новый и новый трешачок. Вот. Всем пока, спасибо за внимание.